Утро понедельника началось с обмена авиаударов на Ближнем Востоке. Сирена оповещения сработала в районе Ашкелона, в населенных пунктах рядом с Ашдодом и в поселках, расположенных на границе сектора Газа. Как минимум две ракеты и несколько минометных снарядов разорвались на территории регионального совета Эшколь. Одна из них внутри поселка. К счастью, пострадавших нет. Как сообщают в Министерстве обороны Израиля, накануне удалось ликвидировать функционера террористической организации «Хамас» Мухаммеда Алуля, отвечавшего за переправку денег. Тем временем спасатели и полиция продолжают искать 23-летнего юноша Аарона Софера, пропавшего в минувшую пятницу 22 августа во время поездки с другом в Иерусалимский лес. Поскольку молодой человек до сих пор не найден, спасатели и волонтеры, помогающие в поисках, опасаются за его жизнь.